Дорога, дорога, опять дорога. Кто-то из наших соотечественников сказал, обращаясь неизвестно к кому, кто строил эти пирамиды? Пожалуйста, постройте у нас дороги. А мне кажется, что можно и египтян попросить. Дороги у них получились великолепные, просторные и ровные. Но хватит про дороги. Перед нами настоящее и неразгаданное до сих пор чудо. Город Луксор. О нем снято тысячи фильмов, а книг написано еще больше. А сколько версий возникновения древнего города Фивы? Как ни странно, но он сохранился лучше всех из древних городов Древнего Египта. Фивы были столицей, начиная с 11-й династии фараонов, 2040 год до нашей эры. И так до 950 года, пока не пришла Ливийская династия фараонов. То, что было воздвигнуто, так или иначе, было построено в честь бога Амона Ра. А в честь ли? Богам тоже надо где-то жить. Ну а жить они привыкли с размахом. Сейчас Луксор утратил столичный блеск, или блеск столиц стал немного другого формата. Это вполне себе провинциальный городок со 100-тысячным населением. Высокоэтажного строительства не ведется. 6 этажей уже небоскреб по местным понятиям. Да и зачем им? Земли тут вдоволь, а высотой и мощью исполинов тут трудно удивить, имея такие образцы древнего зодчества. Египтяне сосредоточены на сегодняшних проблемах. На текучке, как у нас говорят. Зарплаты тут невысокие, средние около 15 тысяч в наших рублях. А уровень жизни низкий. Ведь паломничество туристов диктует цены. В город течет валюта. Ну и понятно, каждому хочется пристроиться к ручейку. А куда мы едем? Ребята у меня ходить не любят. Они то на лошадку, то на лодку. Мы посетили банановую плантацию. Оказывается, бананы на ветке зеленые и никогда не становятся желтыми. Их специально подготавливают для того, чтобы они приняли тот вид, к которому мы привыкли. Камарио? Камарио. Мона. Мона? Мона Лиза. Мона Лиза. Yes. О, Мона Лиза! Мона Лиза, Мона. Ты уж не та! Лошади, камера и кучер. Кучер. Мы в Луксоре находимся. Скажи, Луксор. Луксор, welcome. Луксор. Как называется этот заведение? А вообще, первые записи о поселении на берегу Нила
700 километрах южнее Средиземного моря датируется эпохой среднего палеолита – 3200 лет до нашей эры. Древние египтяне называли этот город Уасет – город жезла власти. Позднее город назвали Ниутресет – южный город. А когда наступила эпоха культа бога Амона – Ниутнет-Амон – город Амона. Общеизвестное же название Фивы город получил от греческого слова «дворцы» благодаря потрясающей архитектуре. Мы об этом поговорим подробно в следующем ролике. Бытует мнение, что настоящие египтяне куда-то ушли или улетели. Те, что остались, уже не способны производить такие чудеса. Думаю, это не так. Они и сейчас способны на очень многое. Но то, что они остались непревзойденными, радушными хозяевами, по-моему, бесспорно. Благодаря одному популярному сервису поиска жилья в аренду, мы нашли вот такую квартиру. В квартире есть все, что нужно современному притязательному путешественнику. Две огромные спальни, два санузла под стать спальням. И главное чудо, все это стоило $22 за ночь. Мы сейчас находимся на той стороне Египта, которая называется Живой город. Живой город. Да, и нам обещали, что мы поднимемся на воздушных шариках, посмотрим город с высоты птичьего полета, покажем его вам. Мы очень счастливы, потому что я первый раз вообще лечу, мне очень страшно. Ну, обещали, что будет холодно, оденем шапочки, платочки, утеплились. Я вот даже гидрик одела, потому что, ну, вот забыла тепленькие вещи взять с собой. А парашют забыла? А, парашют есть. О! Я белка-летяга. У тебя костюм белки-летяги, да, ты не пропадешь. Нет, я не пропаду. Прекрасно. Если что, даже еще тебя к себе на спинку заберу. То есть мы с тобой, да. Мы там и будем планировать. Оля-ля. Луксор – туристический город. Здесь огромное количество гидов готовы просветить вас каждый на свой манер, показать красоты и чудеса. Однако настоящей жемчужиной среди экскурсий является полет на воздушном шаре. Это экстремальное и головокружительное приключение не оставит вас равнодушными. Подняться на таком девайсе в небо удивительно. Но еще более удивительно то, что предстанет вашим глазам с высоты. Вы по-настоящему поймете весь размах древних людей, их свободный дух. И возьму на себя смелость утверждать, все это возможно, только если умеешь летать. Я не знаю, как древние люди смогли подняться к облакам, но все это спроектировать и правильно расставить можно, только имея в руках аэрофотосъемку. Взять хотя бы Хатсепсут. Ее храм находится там. Посмотрите, как он расположен. По всем правилам выполнены проектно-изыскательные работы. Подготовлен участок, все выровнено и отрегулировано положение строения, которое четко смотрит в сторону Нила. Луксор, конечно, непревзойденный памятник под открытым небом и туристическая мекка на все времена. Однако не только туристам единым. Кормить тех же туристов чем-то надо. Было бы странно проживать на самом плодородном месте в Египте и не пользоваться этим. И луксорцы пользуются. Да еще как! 60% валового продукта – это сельское хозяйство. В долине прорыты каналы орошения. Самые ходовые культуры – это бананы и манго. Есть апельсины и мандарины. Но все-таки основное – это сахарный тростник. И как только не убеждает человечество, что сахар – это яд, без него до сих пор не может обойтись ни одна кулинарная книга. Ну, может быть, какая-нибудь одна или несколько пакетов диеты. Но египтяне любят сладкое. Может быть, поэтому у них такой легкий, веселый характер. Приятно поражает, что, имея такую развитую
туристическую индустрию, они не побросали свои мотыги в кусты и не встали у дороги клянчить подаяния. Навязчивых луксорцев много, но все это как-то по-доброму, с шутками и прибаутками, улыбаясь. И они попрошайничают с таким гордым видом, что становится понятно, что это не на бутылку. На восстановление большого провала, как минимум. Чтобы не так проваливался. Прямо около дома приземлил. Где-то там наш дом. А? Что это растет? Тростник. Вот это бананы. Бананы. Как-то очень быстро опускаемся. Кабельмос! Мы садимся прямо на банановую ферму. И там цапля вон. Ждет нас. We have a banana breakfast today. Maybe banana have us for breakfast. Ну там кто-то бегает. Which way around? مين معك السواق؟ أبو يوسف لف للجزيرة راح أجيب حسن ماشي حسن عارف الدخل كيف قدرت سلم كنترول سالم 314 بالبليتي لاندنج двумя руками надо на полусогнутом. Стан был опытный. И он, видишь, они ждали его здесь, значит, он сказал точно. На урабанус! Даже неинтересно. Да, никакого стрима. Сколько стоит? Бананы сесть, сколько стоит? Габбель, габбель, Ахсен, габбель, ахсен, мшергал, баллона вид. Поехали дальше, к чертовой матери. Да не надо. Вот, алика, бузин. Подаем габбель еще. Полетаем еще. На край. Хороший пес, да? Хороший пес.